Витаю с вами Игорь Похта, программа По фактам. Миссия сегодняшний гость главный лікар лікарні Швидкої медичної допомоги Александр Демьянов. Витаю. Добрый день, здравствуйте. О реформах в Украине не говорит только ленивый. Причем как в положительном, так и отрицательном аспекте. Медицинская реформа, пожалуй, одна из важнейших на сегодняшний день. Как говорится, все под Богом ходим, вот о ней и побеседуем. Ну, перед началом традиционно очень короткий текст. Отвечая на вопрос о введении в Украине платной медицины, исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун сказала, что медицина уже сейчас платная. Это большая проблема в Украине, потому что мы врем. Мы говорим, что медицина бесплатная, а она не такая. Мы все платим за все. Сначала мы должны найти своего врача и платить, чтобы нас взяли. Потом мы платим за все лекарства, за использование материалов. А когда мы говорим правду, возникает вопрос, как это может быть, подчеркнула она. По словам Ульяны Супрун, средства в государственном бюджете используются неэффективно. Поэтому законопроектом предполагается, что медицина первичного звена, неотложная помощь и паллиативная медицина будут бесплатными. Возможно, будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств. Если можете заплатить, то заплатите. Если нет, будут субвенции, субсидии, уже есть государственная программа для бойцов от его частная страховка. Мы должны перестать врать и начать говорить правду. Мы должны создать систему, где люди не должны продавать машины и квартиры, и финансово быть разрушены, потому что они заболели, заявила глава Минздрава. Ну вот что скажете, Александр Евгеньевич? Ну, я полностью согласен с тем, что надо перестать лгать. И лгать прежде всего самим себе. Потому что, называя медицину бесплатной, мы лгали и тогда, когда был Советский Союз, и лжем сейчас. Медицина никогда не была бесплатной. За нее всегда мы платили. Платили своими налогами, платили государственными какими-то инвестициями. Вот. И в данном случае сегодня мы уже начали платить из своего кармана. Причем это касается не только пациентов, это касается и самих врачей. Поэтому, как никому, наверное, уже, как врачам, надоело жить в мире обмана, когда мы пытаемся сохранить островок социализма в бушующем, развивающемся капиталистическом государстве. Не может быть социализма в рыночной экономике. Это, во-первых, ведет к уничтожению отрасли. А во-вторых, создает все предпосылки для коррупции и злоупотребления в этой отрасли. Да, оптимальным является страховая медицина. И я думаю, что здесь министр здравоохранения, конечно, берет за пример модели, которые существуют в Америке, в Европе. То, что мы даем вот в формулировке фразу не можем обеспечить, придется доплатить. Вот мне кажется, что это тоже надо убрать, потому что там, где есть слово или, там и рождаются коррупционные всевозможные действия. Поэтому есть масса положительных позитивных примеров наших соседей, стран, стран Западной Европы. И не надо нам выдумывать велосипед. Ну, вот смотрите, Александр Евгеньевич, эксперты, медицинские эксперты утверждают, что модель, которую предлагают для внедрения, вот модель реформы медицинской, да, очень похожа на модель, например, Великобритании, где государственная медицина, вернее, так, государственное медицинское страхование, да, покрывает 95% медицинских услуг. Вот, ну вот... В, это, в этом аспекте Нужно ли объяснять, я просто как бы, это риторический вопрос, я думаю, что вы скажете утвердительно, но все-таки я его задам. Нужно ли объяснять населению, нашим людям о том, что вот то слово медицинское страхование на сегодняшний день, это не то, что ну, скажем, люди себе немножко представляют, что у них будут дополнительно высчитывать там из зарплаты, из пенсии. Это то, что на сегодняшний день предлагается, да? А именно э, государственное медицинское страхование. То есть государство на себя берет некий минимальный пакет медицинских услуг и э, определенные виды медикаментов. Да, это называется «реимбурсация». Я еле выучил это слово, но выучил. Вот, которая государство как бы обеспечивает из вот тех налогов, которые мы платим. Но к налогам мы вернемся чуть позже, потому что там есть любопытный момент. Но нужно ли это объяснять? Потому что люди действительно, ну, они путаются, они не понимают, они боятся всего, они думают, что любая реформа это ну, то, что то, что их вымет. Как бы вытянет из привычного болота, о котором мы говорим, вот того постсоциалистического болота, в котором мы все вынуждены находиться на сегодняшний день, да, как бы мы живем при капитализме с социалистическими какими-то вот такими вещами, как бесплатная медицина, вернее право на бесплатную медицину, прописанное в конституции. Вот. Нужно ли это объяснять Я и думаю, как что можно больше? Разъяснять безусловно нужно но опять-таки вот не хочется, чтобы была подмена понятий. Вот то, что мы сегодня называем болотом, на самом деле в первозданном своем виде этой системе завидовала та же Великобритания и та же Япония, которые приняли за основу своей медициной, систему СИМАШКА. И государственная дотация на эту медицину действительно больше 90%. Собственно говоря, у Англии на сегодняшний день есть большие проблемы с медицинскими кадрами, которые мигрируют во Францию именно из-за бюджетных зарплат, которые там существуют. Вот. Но идея медицины профилактической направленности была нормальная. То есть э, на то время э, мое поколение еще помнит, когда я работал медсестрой. Барваровская ЦРБ. Это красиво Очень прозвучало, когда я работал да. вместе с тройкой. Я помню то время, когда процентов, наверное, 20 рабочего времени занимало раскладывание таблеток по большим вот таким, ну, простыням для, с ячейками, да, для больных. То есть мы проклинали тогда то время, когда вот столько было, ну вот медикаментов, они нам мешали к больному подойти, времени не хватало. Сейчас же наоборот, да, мы вот не видим. То есть сейчас нельзя назвать, что это вот болото. Болото мы, мы все вместе превратили это в болото. Другое дело, как нам выйти теперь из него, да. И выбирая систему здравоохранения, надо все-таки ставить перед собой реальные задачи и конкретные цели. Что мы хотим достичь этой реформы? Мы хотим, чтобы у людей лучше стало медицинское обеспечение, или мы хотим влезть в бюджет, который на сегодняшний день государство может потратить на медицинскую отрасль? Вот до сих пор в этих понятиях, я так понимаю, что из-за них и идут все споры Кабмина с Верховной Радой, Комитетом Верховной Рады по вопросам охраны здоровья. Почему? Потому что на самом деле, когда нам говорят, что средства расходуются нерационально, ну на сегодняшний момент это не совсем правда. Давайте думать и говорить так. Любая страна, которая имеет ту медицину, в которой наши пациенты хотят обслуживаться и лечиться, тратит на э, э, бюджет отрасли более 5% ВВП. Ну, скажем, в Израиле это 8%. Uh -huh. С какими странами мы соседствуем по нашему ВВП на медицину? Ну, Сомали. Примерно говорю, да, Сомали. Значит, там 2,7, у нас 2,5. Индонезия 2,2. Ангола 2,5 о каком нерациональном израсходовании средств идет речь. За последние 20-30 лет самый высокий ВВП на медицину 3,2% был. Это был 2012 год. Если помните, тогда Николаев смог без дополнительных финансирований по линии Минздрава осуществить реформу первичного звена, открыть амбулатории и укомплектовать их, только потому что была государственная субвенция на это дело. И мы тогда получили, благодаря начальнику управления, мэру Владимиру Дмитриевичу, мы получили 80 миллионную субвенцию. Но это был не только Николаев, в размере страны это была тоже большая субвенция, так это было 3,2. И то недостаточно. На сегодняшний день мы имеем 2,2, 2,5. То есть, опять-таки, обвинять медиков в том, что они плохо лечат, и, скажем, хромает их подготовка профессиональная, в условиях дефицита бюджетного, бюджетирования медицины, некорректно. Мы имеем прекрасные примеры. Отец Игорь из Екатерининского собора, в первый день через 6 часов были предоставлены неограниченные возможности для наших медиков финансирования его патологии. И металл, импланты, необходимые медикаменты для реанимации, скорой помощи и дальнейшего введения пациента. Что мы сегодня видим? Отец Игорь правит молитвы и выполняет свои обязанности. Совсем недавно выписался мальчик, упавший с пятого этажа, синдромом Дауна. Появились добрые люди, профинансировали его, мальчик уже выписан дома, хотя мы не верили, что он выживет. На второй день у нас были большие проблемы. Эти пример, этих примеров масса. И когда говорят о том, что это не есть проблема, это вранье. Если посмотреть на объективные цифры сухой статистики, да, вот посмотреть на график, который отражает сегодняшнее бюджетирование нашей отрасли, то что мы увидим? Вот то, что мы имеем сегодня. Из 100% бюджета это лишь 2,2% валового национального продукта, которое выделяет государство на медицинскую отрасль. Из них 80% занимает зарплата сотрудникам отрасли. Это защищенная статья, изменить ее мы не вправе. Ни больше, ни меньше. Второй, этот пирог, кусок пирога составляет энергоносители. Тоже защищенная статья, и тоже, соответственно, ни больше, ни меньше мы не можем потратить. Это же касается и харчувания, продуктов питания, которые мы закупаем для наших пациентов. И лишь процентов 8 остается маленького сегмента на медикаменты и оборудование. Здоровая ли эта ситуация? Это на сегодняшний момент. Это на сегодняшний момент. Эта статья не Медикаменты, и, то есть мы можем, сколько будет дополнительных средств, столько и закупать медикаментов. На сегодняшний день по этой статье, по медикаментам, мы имеем 30 гривен в день на одного пациента, стационарного пациента в больнице. Теперь представим себе на секундочку такую фантастику, что нам таки дали 5% валового национального продукта, меньше которой цифры – Медицинской отрасли в государстве существовать не может априори. Это то, что рождено не у нас, а в Европе. Это, ну, скажем так, даже не э, теорема, это аксиома, которую уже не требуется доказать. И вот, представьте себе, если это 2,2, то до 5 нам не хватает 2,8. То есть кусочек этого пирога значительно больше, да, который мы видим здесь. И весь он может пойти только на те статьи, которые являются незащищенными. Медикаменты и оборудование. Скажите мне, пожалуйста, если вот такой бюджет упадет на медикаменты, плохо пациентам будет? Им будет хуже? Конечно нет. Но у меня сразу возник, возникает вопрос, ну, это что касается медикаментов, Если вот эти все. И оборудование. И оборудование, это да. Оборудование. А, а то, что касается, например, вот тех защищенных статей, ну даже мы не трогаем зарплату, например, питание. Так. Сколько сейчас питания? Э, в больницах э, до 8 гривен. До 8, ну что такое, да, 8, 8 гривен. Да, вот. да, то да, есть, 8. Общем, а если, допустим, из этого куска большого, предположительно, да, добавить еще кусок на питание. Плохо ли будет пациента? Вот в том-то и дело, что для того, чтобы говорить рационально и не ли нерационально используется средство, надо было хоть один раз профинансировать отрасль в полном объеме. И посмотреть. И оценить это. результат. Но это было бы чистота эксперимента, потому что на сегодняшний день нам говорят, что главные врачи коррупционеры, что взяточники, их опуги, медперсонал. Понимаете, когда дают 30 гривен на больного, ну поверьте мне, чтобы что-то украсть, это надо изловчиться, наверное. Потому что, вот прекрасный пример, да, нам нужен гемоглобинометр, так называемый прибор, который, ну знаем, что стоит около 10 тысяч звонит заведующая лаборатории нашей и говорит, мне нужен гемоглобинометр. Ей говорят, 15 тысяч. Она приходит, говорит, нет, не хватает нам 5 тысяч, у нас 10 тысяч. Я говорю, дайте мне телефон, звони, перезваниваю. Я говорю, так и так. А с кем мы разговариваем? С главным врачом больницы. Ну вы же помните, там 10% ваше. Угу. Понимаете, медики даже не говорят уже, но бизнес у нас, к сожалению, тот, который иногда и ругает медицину, вот уже снизошел до того, что он уже не принимает иначе других отношений. И когда в результате, когда поторговались и объяснили, что эти деньги, даже не бюджет, мы выпрашиваем у спонсоров деньги для покупки оборудования. Знаете, за сколько купили? За 8,5. Суть в том, То что... есть половина практически вот эта коррупционная составляющая. Да. да. Помните те времена, когда к доктору шли с коробочкой конфет и баночкой кофе? Помню. Я помню. Вот я бы, наверное, с удовольствием вернулся в те времена, потому что, понимаете, как-то было больше достоинства у врачей. Потому что сейчас, когда просишь на медикаменты или говоришь, чтобы больной себе купил медикаменты, ты постоянно находишься, ну под прессом своего я, то есть, ну вот страдает эго, да? то мы мы себя уничижаем, когда просим больного купить себе медикаменты, и когда создается ситуация критическая, да, мы обращаемся, почему мы не мы не замыкаемся, мы наоборот, когда человеку действительно что-то надо, мы ищем спонсоров, меценатов, ищем народных депутатов, депутатов горсовета и Облсовета. Слава богу, подчеркну, что мы живем в Николаеве. Потому что, вот я не знаю, как в других городах, но у нас по первому зову всегда шли на помощь люди. И я думаю, что надо быть циником ну, высшей пробы, чтобы вот с тех средств, которые ходишь и выпрашиваешь, выклянчиваешь, чтобы из них что-то украсть. Знаете, Александр Евгеньевич, вот вы говорили насчет конфет и кофе, да, там. Нека ходил в свое время такой около анекдот, ну такой якобы анекдот, как бы с, из советских времен, что на на двери врача в больнице такая табличка, которая была написана: "Цветы и конфеты не пью". Да, вот такая. Вот я хочу такую вещь интересную обсудить. Вот. Говорится, в принципе, в концепции говорилось, что вот государство будет страховать э, только тех граждан которая является налогоплательщиком. И э, у людей сразу возникло подозрение, мол, а как же так? А как, как же пенсионеры, они же не платят налоги? А как же люди, например, которые э, получают так называемую черную зарплату, ну, в конвертах деньги, то есть э, там минималку получают в, в лучшем случае, да, а все остальное в конверте, то есть у них налоги маленькие, либо вообще они не платят налоги, да, э, э, то есть они не будут э, обеспечены медицинским страхованием. Даже если вы... Э, получаете зарплату в конверте, вы платите 20% НДС с любой своей покупки в магазинах. То есть, они дают понять таким образом, что все мы, без исключения, ну, практически все, 99%, являемся плательщиками налогов государственных, потому что НДС это, – это государственный налог. Как бы, ну, вот у любого нормального человека возник вопрос, а зачем мне официально где-то там работать, да, если я могу нера, и все равно буду покрыт вот этим государственным медицинским страхованием. То есть нет ли в этом вот тоже такой вот недоработки, как вы думаете? Вы знаете, как называет себя общество в Соединенных Штатах? Общество равных возможностей. Но никогда оно себя не называло обществом обязательных возможностей. Значит, дело в том, что действительно надо привыкать, что если мы ставим задачу построения сильного капиталистического государства, то уравниловки, как мы называли ее в социальном, да, в социалистическом строе, не будет. И действительно, люди будут получать помощь в различных условиях. Почему я так говорю? Есть прекрасный пример тех же Соединенных Штатов, когда и Рокфеллер, и любой бомж на улице получат одинаковую помощь по стандарту. При этом Рокфеллер будет в шикарной палате, с кожаной мебелью, с кондиционером, а человек, у которого такого дохода нет, он может оказаться на койке в коридоре больницы. Но при этом на качество медицинских услуг это отражаться не будет. Вы знаете, вот неопределенность опять-таки, что порождает у нас, у украинцев, постоянно вот такое волнение и коррупционную составляющую в том числе, когда мы не знаем четко цифры, то можно творить что угодно. Ну, то есть вопрос в непрозрачности. Само собой, не Со то что в непрозрачности, даже я бы сказал не столько в непрозрачности, сколько в неизвестности. Почему? Мы, откуда мы знаем, сколько у нас людей неорганизованных, не имеющих официальную зарплату? Строить на этом бюджет медицины невозможно. То есть надо принимать за внимание... Прежде всего то количество людей, которые работают, которые получают зарплату и платят налоги, доходит до смешного. Знаете ли вы, кто является бюджетообразующим предприятием бюджетным на территории заводского района? Ну, нет, конечно. Больница скорой медицинской помощи. С чем вас и поздравляю. То есть по факту, если люди работают, платят налоги соответствующие, то они должны получить качественную медицинскую помощь. В чем беда нашего государства была до сих пор? Посмотрите, ну не будем брать всю Украину, просто Николай возьмем. Маленький городок, в котором закрылись три бюджета образующих предприятия. Население не получает зарплаты. И при этом человек, который заходит в больницу, говорит заученную фразу. Вы мне должны оказать бесплатную помощь. Вот. Ну, не может на себе потянуть та горстка, которая осталась работать, всех помимо пенсионеров. Да, то есть мы привыкли, что работающие люди содержат людей на пенсии, пенсионного возраста. Здесь плюс еще огромный отряд людей, которые не трудоустроены, или получают действительно в конвертах зарплату. Поэтому мне кажется, что честнее было бы, чтобы каждый человек платил взнос в страховую медицину и знал, на что рассчитывать. Потому что изъять вот у нас берут деньги на медицину. Но ну, спроси любого пересечного гражданина, сколько у вас держава зараз берет на медичну отрасль, медицинную галузь, он не скажет. Ну, естественно. То есть. есть вы имеете в виду, чтобы лучше было бы в плане реформирования, да, вот... отказаться от государственного налога на медицину и людям предоставить возможность выбора uh -huh. той или иной страховой компании э, страховать свое здоровье? Uh -huh. Это было бы честно, потому что человек, который получает зарплату в конверте, и плюс ту зарплату, которую он получает ну, официально, да, он суммирует и несет в страховую компанию ту сумму, на которую хочет рассчитывать в теч... ну, на выпадок в случае заболевания. И человек, который платит получает полностью белую зарплату, он тоже несет столько, сколько он посчитает необходимым да, из того вот количества, которое он получает зарплаты. Это было бы честно. Вот цель начало. этого реформирования ⁇ научить ценить свое здоровье. Знаете, как поступил когда-то президент Сингапура, первый, который был президент, национально избранный да, президент, что он сделал? Медицина тоже была бесплатна. Он ввел 50 центов за визит к врачу. И половина людей начала уже к этому визиту относиться совсем иначе. Потом потихонечку, учитывая инфляцию, эта цифра росла, но пропорционально с инфляцией. Но тем не менее, подход к своему здоровью не к медикам, ни к врачам, к своему здоровью у людей поменялся кардинально. Есть такая штука под названием автономизация клиники больниц. Да? То есть это а, предполагает, что, вот, например, ну я не знаю, там любая больница в городе Николаеве, я не говорю об СМП, любая больница а, будет пере, как это правильно сказать, переквалифицирована, да, да, оптимизирована, будет называться а, коммунальным предприятием, неприбыльным, да, неприбыльным, а, с возможностью распоряжаться а, средствами да, вот средствами, которые этой больнице будут перечислять из вот, структуры при Министерстве охраны За здоровья. Каждый оказанный случай. За каждый оказанный случай, совершенно верно. Вот. Но там есть очень важный момент. Значит, вот на сегодняшний день пока еще не определен список услуг, медицинских услуг, вот тот платный список услуг, за который будет платить государство, да? и за которые государство не будет платить. То есть некий дополнительный э, вид услуг медицинских, за которые, если людям это нужно будет, они будут платить сами. Вот. Так вот, э, у меня такой вопрос. А как э, больница, которая ну, э, будет определена как неприбыльная, сможет зарабатывать деньги? Ну, кроме вот этого пакета услуг, который будет покрывать государство. Ну, во-первых, я хочу сразу э, успокоить людей. Э, когда речь идет об автоматизации лечебных учреждений, это значит, что люди будут нести в больницу деньги. Э, за это, вернее, это за них делает государство. Автоматизация заключается в том, что администрациям больниц и коллективам больниц э, даются полномасштабные, скажем так, шире возможности по использованию этих денег. Ну, к примеру скажу, значит, я могу брать на контракт, допустим, сотрудника больницы, и зарплата его никоим образом не будет зависеть от тарифной сетки. То есть это будет договорная зарплата. Я могу взять штат, который не соответствует уже 33-му приказу, который отменен. То есть я могу взять два хирурга в отделение, либо пять хирургов в отделение. Меня как менеджера интересует коэффициент полезного действия и соотношение цены и качества услуги. То есть я должен платить столько врачу, сколько, насколько его воспринимают пациенты и сколько к нему идет пациентов. Чем больше в больницу придет пациентов, тем богаче будет больница, тем больше государство будет давать дотации на эту больницу. Задумка очень неплохая. Мне кажется, что вот автоматизация, вот, ну, она заслуживает внимания, но опять-таки при одном «но». Это не должно быть 30 гривен на медикаменты на каждого больного. Будем надеяться, что нам еще остается. Спасибо вам за участие в программе, а я с вами прощаюсь. С вами был Игорь Пох, программа «Пох Фактом». До встречи.